В Дагестане продолжается реконструкция образовательных учреждений по республиканской программе «100 школ». На этот раз капитальный ремонт начался в Чумлинской средней школе Кайтакского района. Подробнее расскажет Сакинат Малаева. В эти дни двор школы больше напоминает строительную площадку, а не учебное заведение. Сюда завезли все, что нужно для работы. В планах строителей заменить крышу, перестелить полы, привести в порядок стены и потолки. Курирует и финансирует эти работы местный меценат Алибек Алибеков. К этой школе у него особенное отношение. Когда я услышал, что есть такая программа, есть такой проект, я решил поддержать свое село, своих сельчан. Я учился в этой школе, 4 класса закончил, Чумлинской средней школы. И моя мама первая учительница в этой школе работала. Впервые Чумлинская средняя школа распахнула свои двери для детей в 75-м году прошлого века. И с тех пор здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Стены потрескались, потолки стали осыпаться, пришли в негодность крыша и полы. Как только стало известно о предстоящих переменах в школе, детей временно перевели в другой корпус. В данное время наши ученики занимаются в другом корпусе. Это тоже корпус 26-го года постройки. В любом случае мы косметический ремонт сделали, покраску, побелку. Пока они в течение месяца будут обучаться в этом здании. Я думаю, в течение месяца они завершат работы, и наши ученики могут заниматься в этом здании. В школе идет ремонт, а дети мечтают о переменах в будущем. Поделились своими мыслями ребята из 4 класса. Ну, чтобы было светло, чтобы тут появилось поле и новый спортзал. Реконструкция школы продлится месяц. Всего на эти цели меценат планирует потратить около 400 тысяч рублей. Сагинат Малаева, Патимат Кадинаева, Хаси Газиамарова. Время новостей. Кайтакский район.